не думала, что это пятница. Ну это вообще как это в сказке. Раз, а теперь чек, быстро нам парковку нужно. Да, но быстро парковка, это уже... Так, мы вот так забыли. Жители Звенигорода искренне благодарят главу округа за новую площадку с лавочками, урнами и асфальтированными дорожками возле поликлиники по улице Герцена. Ее сделали буквально за несколько дней по просьбе местного совета ветеранов. Как еще благоустроить здесь новый сквер, обсудили на новой встрече. И для пожилых людей, и для детей, чтобы лавочки были. Урны также, потому что часто выходит, кого-то ждут там из родственников. И плюс, конечно, разгрузить наши улицы, парковочные места, когда приезжают маломобильные люди сюда. Очень много с детьми-инвалидами тоже здесь в нашей поликлинике обслуживаются. Елена – мама 8 детей. О скоплении здесь автотранспорта знает не понаслышке. По ее мнению, самым эффективным будет сквозной проезд вокруг поликлиники. Потому что чтобы вызвал сюда... на улицу. Конечно, конечно. Кому нужно, припарковались, кому нужно, выехали. Это где вот эти зеленые колышки? Да. Это очень важно, у нас всегда здесь столпотворение. При этом жители попросили максимально сохранить зеленые насаждения, обустроить прогулочные зоны, установить уличное освещение. Глава принял к сведению все пожелания. Их обязательно учтут при проектировании пространства сквера. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».